Олег Юреня завоевал вторую золотую медаль на третьем этапе Кубка мира в Белграде по гребле. Белорусскому байдарочнику не было равных на дистанции 5000 метров. В первый день финалов Юреня выиграл заезд на 1000. В женском одиночном каное на 5 километров первой финишировала и Ольга Климова. Всего в Белграде белорусы взяли 7 наград этапа Кубка мира.